Так, делаем закваску. Вот она у меня в холодильнике хранится. Чуть-чуть сейчас в тепле постояла, уже пузырится. Это моя закваска. Хлеб без дрожжей, только на закваске. Вот так вот. Сюда я, значит, заполняю водичку. Все, и зерно. Закваску я размешал, потом будет еще больше. И ставлю в чуть-чуть теплее, чем комнатная температура, духовку. Стоит часа 3-4, добавляю еще. Закваски примерно делаю немало, вот. Килограмм муки, но я все на глаз делаю уже. Вот через несколько часов закваска поднимается, и я откладываю в холодильник в маленькую баночку отсюда, ну, 2 столовые ложки. Это лен, льняные семена. Их надо промыть. Тут у меня семечки простые, тыквенные, изюм. Уже надо промыть. Это на ночь они в воде лежат, разбухают, ну, чтобы набрались влажности и воды. Не стали мягкими.
5, 6, 7 столовых ложек. Это добавки в хлеб. Кориандр, фенхель, анис, кюмель. Тут укроп, как порошок. Соль гималайская. В воде растворенная. В дистиллированной воде растворяем. Тут я точно по весам делаю, потому что соль 140 грамм. Сто 50 иногда. Также добавляю ханф. А это Винтер Эмер. Целую. Это значит крупа в шелухе урхирзы. Значит, беру и сюда. Здесь стоят
они час-полтора, вот градусов 30, наверное, делаю. Через полтора часа тесто поднялось. Я делаю, нагреваю на 230. Их вытаскиваю. Наверху у меня, значит, 12 минут на 230-40. Сейчас я на 220 включаю, еще 10 минут. Так, и теперь 40 минут примерно я держу на 170 примерно градусов. Тут уже все корка. Так, ну вот после часа примерно в духовке я проверяю как бы звук. И вот так вот тоже он сейчас еще доделается, пока остывает.